Вокруг мэрского кресла города слухи витают уже второй месяц. Все началось с отставки Василия Баула, который написал заявление в связи с переходом на новое место работы. Это произошло в рамках приезда губернатора области Николая Колесова. Как известно, после посещения Николаем Колесовым их городов в отставку подали мэры Зеи и Райчихинска. По муниципальному законодательству в этом году выборы должны пройти в этих и в нашем городе досрочно. И дата выборов уже определена. Они назначены на 2 декабря 2007 года. 2 декабря будут проходить выборы в Государственную Думу. Вот. И чтобы сэкономить средства, которые выделяются для проведения избирательной кампании, поэтому и было принято решение перенести вот на 2 декабря. То есть совместить выборы в Государственную Думу с выборами в мэрство.